Красноярский хлеб признали банкротом. Долги предприятия перед кредиторами превысили 130 миллионов рублей. И сейчас там ввели процедуру конкурсного производства. Об этом сообщают в арбитражном суде. Последние несколько лет на рынке усилилась конкуренция, в крае появились крупные пекарни. Напомним, с 2013 по 2015 Красхлеб задолжал налоговой 30 миллионов. Тогда предприятием руководил депутат горсовета Виталий Тычинин. В феврале его отправили под суд. Но долги лишь приумножились, людям перестали выплачивать зарплату. Эксперты оценили стоимость активов Красхлеба в 1,5-2 миллиарда рублей. По мнению аналитиков, на рынке пока нет покупателей, способных приобрести старейшее предприятие.